Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы находимся в светофоре. У нас порошок 242 Биолан. Шампуни какие-то разные, неизвестные. Здесь, кстати, даже детские. Здесь ароматно пахнет. Сорти, гель для стирки. О, Ленор прям завались. Видать, я пришла прям вовремя. В самый разгар. Здесь такие щеточки зубные. Кстати, очень удобные. Держать ее удобно. Не прямая она. Черная. Сейчас черная в моде. 43 рубля стоит всего. А вот даже есть. Сорти, капли. Кстати, тирет. Геля за 40 трубок. 100 рублей. Устранение и профилактика за 40. Мне как раз надо. Что дальше? Там народ. Здесь для кошечек все. Чаму чего-то там. Коврики, кстати, за 340 рублей. Для кошек какие-то. Пища котов называется. А тут, кстати, есть перчатки. Как у гинеколога бывает. Они прям тонкие. Упаковка, конечно, открытая. Здесь размер элька. 100 штук. Ну, по-моему, вот они. Все эльки. Оставшиеся. Потомка. Не знаю, мне не надо. Вот, кстати, вон. Что-то у нас такое. Самоклеющаяся пленка. Так, туалетная бумага. 4 рулона 25 рублей. Прям это завались. Влажные салфетки. Кстати, какие-то новые. Таких еще не было. Универсальные влажные салфетки. Но я предпочитаю покупать маленькие. Удобные. Вот, 27 рублей. Не возьму. Там. И там 80 штук. Здесь, а, там. Нет, это платье.
соуса. Томатная паста 900 грамм. 91 рубль. Турецкий. Клубника. Это, наверное, разморозишь там. Зашли на холодильник. Морская капуста. 43. Икра. Икра лососевая. Спаржа. Еще раз за руль. Тут вот температуры. Домашний сок. Как в экспрессе. 37 рублей. Расплакался там ребенок, поэтому звук немножко убавило. Здесь печеньки у нас крупненькие, вафельные. 172 рубля стоят. Такие вот печеньки с желе сверху. Пять пакетиков овсяная каша. 23 рубля. Грамм 36 рублей и 500 грамм 45 рублей. Можно в следующий раз попробовать возьму. И с этой стороны у нас конфеты.
Ты, наверное, жесткий, мне кажется. Зашла я в посудоцентр докупать тарелочки. Уже почти собрала весь набор. Осталось вот пару штук купить. Так, здесь есть голубые и зеленые. И также есть полный набор. Большая тарелка, салатница одна штука, блюдце 6 штук, суповая 6 штук и 6 штук больших, 19 предметов. И стоит 2300 рублей. Но там, как выяснилось, нету маленьких салатниц, малюсеньких. И из них можно супчик есть, кашку кушать, например. Вот, их нету. Поэтому я решила сама собирать набор. Пришла я домой, и что я купила в Светофоре. Так, получилось, да, у меня на 527 рублей. Купила я чипсы вот такие вот, здесь 300 грамм, стоят они 80 рублей. Сколько здесь? 83 рубля. Здесь 300 грамм. На них я уже делала обзор, как, с каким вкусом, честно, я не помню. Наверное, по-моему, вот как раз сметана... Кто там? Сметана и лук. Вот я взяла две. Взяла еще и с сыром. Попробовать, на пробу. Мне очень понравились чипсы. Блин, ну они правда, они вкусные. И вдобавок там 300 грамм, то есть получается 83 рубля. Ну, почти даже 83,50 копеек. Ну, 84 рубля, да, грубо говоря, за 300 грамм. А сегодня специально зашла еще в магазин в обыкновенный, в Перекресток. Там где-то за такую же цену, где-то 60-80, чипсы Лейс стоят, там где-то у них 150 грамм, вот так вот. То есть, ну, 300 грамм нету. 150, там, 50 грамм, вот как-то вот так вот. И, конечно, за 300 рублей, если взять две пачки Лейс, там будет стоить гораздо дороже. Вот. А эти вот, ну, вкусные, мне понравились. Обзор обязательно посмотрите. Так, также я купила... влажные салфетки, на них будет делаться отдельный обзор. Смотрите, они какие классные, такие красивые. Вот, единственное, я не нашла размер. Не знаю даже, какой размер. Так, влажные салфетки у нас стоили 28 рублей. 28 рублей, здесь 100 штук. Посмотрим. Сделаю обзор, какие они. Может быть, они хорошие, тогда можно будет брать. Все-таки 100 штук, 28 рублей, это... мне кажется, это дешевле, чем в фикс-прайсе даже. Так. Также я взяла еще хлебцы такие хрустящие. Женщины две были. Брали очень много, много прям брали. Я спросила, вкусные, вкусные. Вот. Взяла тоже. От жадности взяла побольше. А вот у меня ржаные. Они сказали, ржаные пробовали. Им очень-очень понравилось. Я взяла побольше ржаных, потому что я помню, когда-то тоже... покупала хлебцы, и вот именно ржаные были обалденно вкусные. Так, там они стоили 12 рублей. Где-то, вот, 13 даже, да, 13 рублей. А в Перекрестке сегодня была, там они стоят 36 рублей. Вот и смотрите, стоит переплачивать или нет. Вот, и тут, кстати, состав мне понравился. Состав самый обыкновенный, самый простой. Я думаю, на них мы, наверное, тоже сделаем обзор. Я купила их ребенку, как за место печенек. Ну, такое вот пожевать. Давно хотела ему что-то купить подобное. А вот с витаминами была еще, да. С витаминами. Так. Вот, пшеничные. А, двое я ржаных взяла. Одни пшеничные, одни с витаминами. То есть даже разные. Так, и также я взяла капучино. В прошлый раз я еще на него посмотрела. Подумала, ладно, фигня, не буду брать. Но в этот раз я опять смотрю, он продается. Думаю, а почему бы не взять? Думаю, надо попробовать. Там у нас 300 грамм, стоит 122 рубля. Вот. Ну, такой обычный капучино. Он такой пухленький.
Ну и состав, конечно, тут немножечко большеватый. На него тоже будет делаться отдельный обзор. То есть у нас вот раз. Хлебцы, наверное, ржаные, может быть. Не знаю, выберу, какие сделать обзор. Как какие-то, наверное, одни. Влажные салфетки будут тоже обзор. И купила я еще тирет. Он стоил всего 100 рублей. Не знаю, что-то как-то даже странновато. Вот, 465 миллилитров. Не знаю, короче, почему он так дешево. И купил я еще тесто слоеное, бездрожжевое. На него, не знаю, обзор будет, или просто я когда буду готовить, скорее всего, как кулинарный рецепт, его просто вам покажу. То есть, ну, тоже будет там отдельным роликом. Вот. Ну, там тоже 500 грамм теста стоило 30 рублей. Ну, согласитесь, это дешево. Состав, ну, состав обыкновенный, такой же, как и в обычном магазине. Продается также тесто, там куча всякой химии. Вот. Ну и все. Плюс два теста. Вот я заплатила 527 рублей. Довольно, кстати, дешево получилось. Я даже удивилась. Вот, конечно, я купила не все, что хотела. В следующий раз пойду еще куплю. Ну и все. На сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.